Еще. Я Юля, волонтер станции Харьков. Мы поселяем людей на временное проживание в Харькове. И в этом нам помогают спонсоры, которые оплачивают это проживание. И несколько семей мы селили в квартиру на Каразина. И нам очень помогла фирма «Элитки» в этом деле. Фактически половину цены снизив за аренду квартир. Людям очень понравилось. Это в центре, это рядом с «Газпромом». То есть легко хотите поменять документы и так далее. Мы очень благодарны. Я лично, станция Харьков тоже. Элитки, спасибо.